Фантазии, полет и рук творенье. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась персональная выставка работ художника и скульптора Виктора Арента. На счету Виктора Арента ряд декоративных скульптур, украшающих улицы и парки Караганды и Астаны. Также работа над интерьерами и экстерьерами общественных зданий города. Посетив сегодняшнюю выставку, можно полноценно судить о линии творчества художника. Он известен как керамист, скульптор, но и художник-живописец. Для нас важно увидеть развитие художника, его линию творчества, как он меняется, как у него меняется мировоззрение, отношение к искусству и так далее. Вот сегодня мы видим очень много. Зал заполнен не только в пространстве, ощущается душевное состояние автора, отметили присутствующие на открытии выставки. По словам художника, он не собирается останавливаться на достигнутом, а будет продолжать радовать карагандинцев своими работами. Выставка продолжится до 4 июня. Алина Балацкая, Николай Шевелев, 5 канал.